И в продолжение темы. Хмельницкий округ оказывает помощь переселенцам с Украины не только жильем. Так, например, в центре занятости прибывшим из соседней страны помогли определиться с будущей работой. Окружные предприятия готовы предоставить рабочие места гражданам Украины. На сегодняшний день вакансии уже предложили Хмельницкая агропромышленная компания, Наринмар Дорремстрой, Наринмар Сейсморазведка, Хмельницкая окружная больница, Заполяр Трансерверс, городское потребительское общество и частные предприниматели. Кстати, по данным ФМС ПАНАУ, на территории нашего региона прибыло уже 37 граждан Украины. Из них 7 человек уже трудоустроились. На встречу в центре занятости пришли 12 человек. Все граждане Украины заинтересованы в поиске работы в округе. Представители центра занятости и работодатели заверили, вакансий более чем достаточно, а главное, предприятия готовы предоставить их переселенцам, несмотря на возникающие сложности. При замещении вакансий жителями Украины возникают сложности с налогообложением. Работодатели идут на этот шаг и принимают жителей Украины. Даже несмотря на то, что у них идут кое-какие-то трудности с налогами. Также работодатели готовы обучать граждан Украины необходимым навыкам и придержать для них вакансии, чтобы дать им время на сбор всех документов. Наниматели отмечают, вся информация о рабочих местах есть в центре занятости. В основном это вакансии врачей, медицинских сестер, поваров, плотников, парикмахеров, подсобных рабочих, маляров и штукатуров. Это далеко не полный список. 40 человек готов принять на работу Наринмарстрой, более 20 человек Наринмар Дорремстрой. В настоящее время центр занятости сформировал банк вакансий для граждан, прибывших с территории Украины. В нем на сегодня имеется около 80 предложений о работе.